Немножко передержал я их. Ну вот они все. Вот кто, ну, сокол. Сокол немножко вроде успокоился, вроде. А там, не знаю. Вот уже кто-то кувыркается из молодых. Сейчас попробую его лодочника достать. Лодочник ушел, он почти в точке. Сейчас. О. Нет, не достану я его. Кувыркается. Красавцы мои. Не знаешь, кого снимать. Лодочник ушел. Лодочник ушел в покрытие. Все. Я его уже не могу найти. Вот смотрите, как все вот. Не знаешь, кого обхватывать. Ух, везде голуби. Кто-то же, у кого-то уже щелчки появились. Вот повыше вот эта двойка. Сильно высоко не идут пока, но вот эти вот повыше, вон штуки три. А вот и сок, вот и козел прилетел. Вот и сокол, козел, прилетел, подлец. Пошел за кем-то, 100%. Вот и не было. Сейчас на круг пойдет. Козел. Пошел. Вот ты, сволочь, прилетел. Вот и не было. Садитесь, ладно уже. Сейчас пошел на круг, козел. Вот он сейчас будет набирать. Козел такой, а? Прилетел. Садитесь. Сейчас пойдет опять. Смотрите, его манера. Пошел, что ли, в сторону. Пошел в сторону, наверное. Вот, Сапсана, где эти? Садитесь. Надо проследить, не вернется.
Вот он в стае вот этих ласточек был. Я его не заметил. Думал, ласточка. Или стрижи это. Садитесь. Вот один наверху. Вот. Вот там мотаются. Вот такой гон у нас, подлец, а? Так. Вот те сверху. Садитесь, вот штуки 4. Вот один. Раз, два, три, 4, наверное, или штук 5. Остается еще лодочник где-то вверху. Те попадали. Придешь сюда опять. Вроде нету. Он неожиданный. Даже не понимаешь, откуда взялся. Потом ласточки летают. Я думаю, ласточка, а это Сапсан. Давай. Вот твои опустились. Вон он, лодочник. Вон она. Я не знаю, вот он. Не достану. Не достану. Давай, садитесь. Что такое? Что-то они... Опустились вот. Этот молодые, наверное. Не, вот этот, наверное, взрослый. Вот этот вот. Фух. Вот такой у нас гон. Давай, садитесь. Пока на паузу. Нет лодочника только. Не вижу его. Вот так вот думаешь, нету его. Может, рано утром поднял, поэтому. Ну, обычно, когда его не было, и рано утром тоже не было в прошлом году в это время. Где ж лодочник-то? А где пятый? Не знаю. Давай, садитесь. Вот, вроде идут на посадку. Вот эти пятеро. Давай, садитесь. Давай. Четверо сели. А этот не хочет. Что-то. Фух, вот такой у нас гон, друзья. Остались двое. Этот вот один здесь, вот там вот этот и лодочник где-то наверху. Сейчас, если найду. А вон он. Ну, высоко. Не точка, но... Вот он. Садись, красавчик.
Лодочником я его любя называю, друзья, я не оскорбляю. Да, он хотя лодочку тянет. Это классный голубь. Это классный голубь. Огонь и воду прошел. Через что он прошел, это... Давай игру покажи хотя бы. Сейчас вот, может, покажет. Хотя сокол был. Эти сидят здесь. Кто-то на фронтоне лодочника я вот нашел. Думал показать. Вот он. Сейчас попробую приблизить. Сам себе один летает. Вот он там исполняет. Ух, играет. Смотрите, что вытворяет он. Что-то он вытворяет очень. Посмотрите, посмотрите, что он творит. Это еще не очень было. Вот хочется показать. Вот того не делает, чего без камеры. Вот он скидывает, наверное, не знаю, но высоко. Вот он опускается опять, в своей манере скидывает. Вот он, вот. Вот только вот. Красавчик. Красавчик, я переживал. Давай, садись. Молодец. Еще сейчас воркует, смотрите. Посмотрите, столько отлетал, еще воркует. Красавчик. Почти трешку отлетал. А эти сидят. Эти, все на месте. Сегодня пронесло. Вот. 12 голубей выпускал. 4. 7 здесь. 7 здесь. Вот. Они линяют еще. Линяют. Вот первая линька у молодежи. Так. 7, 8, 9. 9. 10, 11, 12. Все, 12. Все на месте. Давай, идите на фронтон, внутрь хотят. Давай. Сегодня, наверное, без происшествий. А ты что, малыш? Ну как, малыш, уже? Уже по 4, по 5 месяцев. Просто передержал немножко, но ничего, разгоним. Ладно, удачи, друзья, чтоб без потерь. Удачи, всех благ вам.